минус один болтик. Какие-то слишком дешевые китайцы поставили сюда шурупы. Никакие современные. Биты их не берут. Приходится курочить старой советской. Потом это все тело нужно будет еще завернуть обратно. Как это не парадоксально, но даже советская отвертка ее не берет. Раскрутить данную вещь можно, наверное, только, ну да, ножом. Приоткроем крышечку. В общем, все как обычно. Сейчас поставим обратно хлястик. И в таком первозданном виде разрешим ребенку вытащить данный хлястик наружу. Так, пропал. Осталось завинтить опять. Симуляции виртуальной реальности, я думаю, такие гаджеты будут чем-то, я не знаю, олдскульным таким, такого плана. Заказать можно будет по ссылке в описании. Здесь то же самое, единственное, что КС-61, а здесь КС-63. Производитель тот же. Болтиков больше. Ну, не рискнем все это разбирать. Принцип данной игрушки, я думаю, вам понятен. Так что, кто хочет поностальгировать, вперед. На AliExpress, Taobao, Jun. Вот такая вот штучка. Всем пока!